В Красноярске начался сезон ярмарок. Продовольственные ряды будут организованы в каждом районе города. В Кировском и Центральном ближайшие четверг и пятницу дачники и садоводы выставят на продажу цветы, их луковицы и семена. Там можно будет найти не только привычные растения, но и редкие для нашего края. Также запланированы и продовольственные базары. Традиционно свою продукцию представят производители со всего региона. Можно будет приобрести мясо, колбасу, рыбу, молоко, овощи и мед. Расписание всех ярмарок есть на сайте городской администрации в разделе «Торгов». Мы открываем, так скажем, возможность для всех селян, для всех садоводов и призываем к тому, чтобы они участвовали в наших мероприятиях. Можно прийти как в администрацию района в городе, так и непосредственно в администрацию города, заявиться. Мы даем места практически всем на безвозмездной основе.